Вот ровно через неделю, 20 февраля, мы примем первые семьи, которые приедут к нам на реабилитацию. По инициативе главы нашей республики Айсена Сергеевича Николаева к нам ввели вот новый вид реабилитации. Будем заниматься, реабилитировать детей, семей специальной военной операции и сопровождающих их членов семей. Могут приехать мамы, бабушки, дедушки, могут быть это старшие сестры, братья, совершеннолетние. Ну, опыт работы у нас с семьями, попавшие в трудные ситуации по поводу здоровья детей, есть. Очень много мы работаем с родителями, вот с теми же членами семьи детей, которые вот с ограниченными возможностями здоровья. Я думаю, что трудности в жизни, они разными не бывают. И поэтому планируем мы с детьми много работать психологически, психологами. Да? У нас очень хорошо поставлена работа по арт-терапии, театротерапии, ну и другие виды. Также проводится у нас поддержка здоровья в виде массажа, лечебной физкультуры и физиотерапии. И взрослым тоже будет небольшая часть реабилитации. Та же психологическая работа. Наши психологи очень много работают с родителями, с членами семьи. Ну, также физиотерапия и бесконтактный массаж. И мы родителям обычно предлагаем успокоительные или витаминные фиточаи. И чтобы приехать к нам на реабилитацию, надо обращаться в Управление социальной защиты по месту жительства. К ним выделяются квоты, и вот из этой квоты определяют нам, кого направлять на реабилитацию.